Всем привет! Сегодня мы посетим парк аттракционов Сочи Парк. В 2016 году парк вошел в топ-25 лучших парков Европы. Здесь расположено множество аттракционов для всей семьи, развлечения как для самых маленьких, так и для взрослых. Входной билет на целый день предполагает неограниченное посещение аттракционов в этот день, всевозможные мастер-классы, шоу, дельфинарий и многое-многое другое. Вдалеке можно видеть отель-замок «Богатырь», где можно остановиться с ночевкой. Это аттракцион «Шаролёд». Это семейный аттракцион. Очень похож на аттракцион «Дикая мышь». Быстрый и веселый. Мне тоже очень понравился. Сейчас будет все просто. Маша вам много вынес древних пузырей, а ваша задача их поймать. Поднять высоко-высоко. И главная задача не пузырить и не кидать. Договорились? Тогда делаем 5 шагов назад. Дальше, дальше. А этот аттракцион называется «Змей Горыныч». Это самая быстрая и протяженная в России американская горка. Просто захватывает дух. Это аттракцион «Жар-птица», самый высокий в России аттракцион свободного падения с эффектом катапульта. С высоты аттракциона «Жар-птица» открывается потрясающий вид на Сочи, на море. Этот аттракцион называется «Волшебный полет». Это аттракцион «Ладья». Гигантские качели поднимаются на 18 метров в высоту. Семейный аттракцион «Дрифтер». А это самоцветы. Наша классическая цепочная карусель. А это «Вечный двигатель». Это первый в России и третий в Европе аттракцион «Маятник» с полным вращением на 360 градусов. Здесь определенно есть чем заняться как детям, так и взрослым. Мне особенно понравились аттракционы «Змей Горыныч», «Шаролёд», «Жар-птица». Жаль, нельзя снимать во время катания на аттракционе в целях безопасности. Помимо аттракционов, на территории Сочи парка находится множество и других развлечений, таких как дельфинарий, галерея иллюзий,
театр сказок, проходят различные представления и многое-многое другое. На каждом шагу множество палаток с едой. Голодным точно не останетесь. Сочи парк царит веселье, смех и радость, скорость, драйв. Погрузись здесь в атмосферу. Про проблемы забывай.